утешителю души истинной, живите сы, и все исполняя, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Один.
Господи, помилуй.
спасение ее, о народе власти живой свинье, Господу помолимся. Thank you.
Воскреси, Тебе слава воспевая, Господи, Сыну Святому Духу, ныне Христа, и во веки веков. Oh, yeah.
призри с небеси и вижди, и посети виноград сей, и утверди и его же насади, десница твоя. Веселится праведник о Господе и уповает на Него. Веселится праведник о Господе и уповает на Него. Услыши, Боже, глас мой, вник да молитимися к Тебе. Веселится праведник, о Господи! Господи, евреям послания святого апостола Павла чтение. Архиерея велика, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, да держимся исповедания, не имам ибо архиерея, не могуще спострадати немощим нашим, но искушенно повсяческим, по подобию разве греха, да приступаем, убо, с дерзновением к престолу благодати, якода примем милость и благодать обрящим во благовременную помощь. Сяк бо первосвященник, от человек приемлем, за человеки поставляется на службы, я же к Богу, да приносит дары же и жертвы о гресе, с пострадати моей, невежествующим и заблуждающим, понеже той немощью обложен есть, и сего ради должен есть, як уже о людях, так уже и о себе приносите за грехи. И никто же сам
о себе приемлет честь, но званный от Бога, яко же и Аарона, тако и Христос, не себе прославе быть первосвященника, но глаголовы к нему, «Сын мой, еси ты, а здесь родих тя». Яко же и инде глаголет, «Ты еси священник вовек, по чину Мелхиседекову». И духове твоему. Аллилуйя, глас четвертый. Аллилуйя, аллилуйя. Праведник яко финикс процветет. Кедр и же в Ливане умножится. Святого апостола и евангелиста Матфея. Заповедей сих малых,
и научи того человеки, мне наречеться в Царстве Небеснем, а иже сотвори и научи. Thank you.
нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бога во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. И Господина Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вышел, нас ради человека наши
благодати спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святого и Марии, и очеловечился, распятого же за ты приходите в Милате, и страдавшая погребена и воскрешена в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего Одесную Отца, и ваги грядущего со славою судите живым и мертвым Его же царствию не будет конца, и Духа Святого Господа животворящего и живот Отца исходящего, и же Сыном и Сыном с поклоняемо и славимо глаголошего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и благословение грехов, чаю воскресенья мертвых и жизни будущего. И любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Oh,
Thank you.
Отче наш, иже
Находимся мы сейчас в литургическом периоде предпразднества Рождества Христова. Прошла у нас уже неделя святых праотцев, грядет неделя святых отцев, то есть всех тех, кто предшествовал и принимал участие в рождении Спасителя на земле. И уже в понедельник у нас будет праздник 20-й великий Рождества Христова. И период предпразднество Рождества Христова попадает в сегодняшний престольный праздник святого Иоанна Кронштадтского. Ведь можно сказать, что человечество, созданное от начала Богом, получило заповедь «плодитесь и размножайтесь». А это значит, что человек должен был обрести полноту своей жизни в некоем порождении, таинственном для нас непонятном первозданном раю. Эта заповедь была дана человеку, но, как мы знаем, человек не исполнил заповеди Христовой, но согрешил. И вот с тех пор началась история человечества, и человеческая природа как бы силилась, тужилась, порождала из себя все новые и новые поколения, желая достичь истины и совершенства, того идеала, ради которого Бог и создал человека. Достичь той цели, которую Бог утвердил для человека в качестве единственного смысла существования. И вот одно поколение сменяет другое, рождается в человечестве великий народ еврейский, из этого народа выделяется колено Иудина, из колена Иудина порождается Дева Мария, великий из всех людей, величайший, ибо стала она проводником и посредником пришествия Бога в мир. И порождает она из себя того, ради которого весь мир и существует, Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Всякое живое существо, как мы знаем, возникает и растет. И когда оно растет, оно развивается, оно движется к какому-то образу идеальному и совершенному. И этот образ дан для каждого живого существа в изначальном, древнем и вечном божественном замысле. Бог замыслил еще от начала каждого из нас с вами и всякое существующее на земле замыслил и желал видеть всякое существо, им сотворенное в его идеальном состоянии, в его совершенном качестве. Бог видит и именует, и знает имя и истину каждого из нас. Итак, человечество порождает, и вот рожден Христос совершенный. И теперь, после Рождества Христова, после совершившейся новозаветной истории, все человечество стремится ко Христу, стремится к тому, чтобы быть Ему верным, чтобы быть Его Церковью, быть Его продолжением. И вот порождаются новые поколения уже и после воскресения Христова и вознесения Его на небеса. И Церковь – это и есть величайшее порождение всего человечества.
ибо в церкви являются люди совершенные, и одним из таких совершенных людей был святой Иоанн. Мы говорим, всякое живое существо стремится к некоему идеальному образу. Что же есть этот идеальный образ? Да это есть сам Бог. А образ Бога есть Его имя. Это то, к чему мы с вами можем быть причастны. Бог высок и далек. Бог для нас непосредственно недоступен, но есть нечто в Боге, что для нас доступно и воспринимаемо. Это Его великое божественное имя, которое всегда вечно Ему сопутствует. И вот смысл человеческой жизни и развития человеческого организма и души человека и заключается в том, чтобы быть причастным к имени Божьему, воспринимать Его в себя, утверждать и воплощать в себе этот божественный образ. Сказано в Священном Писании, что человек создан по образу Божьему и по подобию. То есть человек должен достигать этого состояния сообразности Богу, состояния, в котором он максимально будет подобен этому божественному идеалу, имени Божьему. А это значит, что единственным совершенным образом проживания для человека является непрестанное призывание имени Бога. И тогда человек в себе этот божественный образ и будет возделывать и утверждать, и будет становиться все более и более похожим на Бога и воспринимать его божественные качества. И вот, как говорится об святом Иоанне Кронштадтском в акафисте ему написанном и воспеваемом, что Иоанн Кронштадтский воспел имя Божие аки орган мусикийский, то есть как некий музыкальный инструмент всю свою жизнь он воспевал и прославлял имя Божие. И он познавал таинство божественного бытия и излагал их в своих творениях. И он говорил, имя Божие есть сам Бог, непрестанно призывайте имя Божие, потому что в этом и заключается смысл человеческой жизни. Сердце твое ударяется, всегда вспоминая в каждое мгновение твоего сердцебиения, вспоминая о Боге. Ты дышишь регулярно, и не будешь дышать, умрешь. И также молитва, также призывание имени Иисуса Христа должно быть для человека его настоящим, истинным образом жизни. Непрестанная молитва – это и есть цель и образ, достойный человеческого существования, человеческого жительства. И только тогда человек и будет настоящим человеком, когда будет непрестанно призывать имя Божие, имя Божие. Сам святой Иоанн говорил, «Я не могу жить без богослужения. Вся жизнь этого преподобного отца, этого праведника, она связывалась с богослужением. И непрестанно, ежедневно он совершал и божественную литургию, и Иисусову молитву творил он непрестанно». И в этом труде он достиг особых и высоких результатов. И воистину стал носителем божественного образа, то есть стал органом, музыкальным инструментом, непрестанно воспевающим имя Божие. И вот это простой критерий. Ежели вам нравится молитва, если она вас не утруждает, если она вам не противна, а наоборот вызывает приятные ощущения, если молиться вам всегда хочется с радостью, это значит, что божественный образ начал уже живописаться в ваших душах, в ваших телах, в вашем существе. А ежели молитва для вас трудна, непонятна и неприятна, это значит, что нужно потрудиться, нужно приложить усилия. Это значит, что дьявол действует в наших душах. Я желаю, чтобы по молитвам святого праведного Иоанна Кронштадтского имя Божие воссияло в сердце каждого из нас, как говорится в Псалтире. «Прежде солнца пребывает имя Твое», или говорится еще «Вся земля полна славы имени Твоего». Я желаю, чтобы и наши сердца, и вся земля была исполнена славы великого божественного имени, которое пребывало еще до сотворения мира. Аминь. Богу нашему слава всегда. Яко ты еси воистину Христос. Яко ты еси воистину Христос.
Сын Бога живаго, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, пришедший в мир грешное спасти, они же первые есть аз, они же первые есть аз, еще верую, я посие есть самое пречистое тело Твое, я посие есть самое пречистое тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя. И сия самая есть честная кровь Твоя. Молюся уба Тебе, помилуй мя. Молюся уба Тебе, помилуй мя. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби мя неосужденно причаститеся. Исподоби мя неосужденно причаститеся. Пречистых твоих таинств. Пречистых твоих таинств. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере твои я тайные днесь. Вечере Твоя тайная весть. Сыне Божий, причастника мя прими. Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом Твоим тайну повем. Небо врагом Твоим тайну повем. Не лобзание Ти дам, яко Иуда. Не лобзание Ти дам, яко Иуда. Но яко разбойник исповедую Тя. Но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение. Пречистых твоих таинств, Господи. Пречистых твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться тело и крови Господа можно только после исповеди и натощак, предварительно прочитав канон и молитвы ко святому причащению, кто так приготовился приступать. Мои
ваши очистятся. Аллилуйя! Освящай на Тя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей я сохрани, посвяти любящее благолепию Дома Твоего, Ты тех воспрослави божественную Твою силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй Церквам Твоим, священникам воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть. Сходя от Тебе, Отца Святого, Тебе славу, благодарение и поклонение возсылаемо Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Троицы милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и Господине преосвященнейшем епископе Елисее, и всей во Христе, братья наши. Всю братью и вся православные христиане. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, Иисущих молитва речи, и милостив, милостиви буди, Владыко, грехов наших и помилуйны. Милостив Бой человек любит Бог и сит, и Тебе славу высылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Святому Духу, имени Христа, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Господи. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостол, святого праведного Иоанна Кронштадтского, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, священномученика Игнатия Богоноса, святителя Антония, архиепископа Воронежского, преподобного Игнатия, архимандрита Печерского, святителя Филогония, епископа Антиохийского, святителя Даниила, архиепископа Сербского, святаго священномученика Николая, и же верхнем Глотове святых и праведный Богоотец Иоаким и Иоанны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Thank you.
сестры, с праздником вашего прихода в честь праведного Иоанна Кронштадтского. Вы с владыкой Елисеем присутствовали, когда ставили крест вот на место теперешнего маленького дома вашего, маленькому храму. Потом дело Божие стало расти и шириться, появились средства, и вот люди построили сегодня такой большой соборный храм Иоанна Кронштадтского в нашем городе. С такой необыкновенной, можно сказать, историей. Да? Царицын был, Сталинград был, теперь Волгоград. Вот тем не менее, наш город — это наш город. И мы счастливы, что мы в нем живем, и что Господь нас удостоил такой чести. Потому что быть волгоградцем — это очень звучно и очень почетно. Вот, спасибо вам, владыка Елисей, что вы нашу радость сегодня наполнили своим присутствием и совершением богослужения вместе с нами. Большинство очень хорошее, благочестивое. Я рад был им всегда, когда приезжал в Урюпинск. Но есть подлецы. Ну и что, Господь с ними разберется, всех приведет к общему знаменателю, или спасение, или вечной гибели, кто чего заслуживает. А нам с вами пусть Господь даст доброго здравия для того, чтобы совершать свои житейские труды, чтобы мы не думали, что это как угодно, а совершать их нужно во славу Божию и на пользу ближним. Тогда получится на пользу самим себе и во славу тоже самим себе. Но если человек трудится в свое имя, в свою славу, то все рухнет. Как рушились все империи, и Навуходоносора, и Иосифа Сталина, и царей наших, потому что работали не имени Божьему, а себе самим. Но вот будем просить Господа, чтобы Он благословил наш город на дальнейшее благоустройство и умножение храмов Божьих. Вы с владыкой Елисеем положили начало вот этот приход создать. Теперь предстоит другие приходы создавать и много других храмов строить. Но, с одной стороны, это правильно, потому что Царицын таким большим не был, как теперь Волгоград. Мы почти до самой Астрахани доползли. Но Царицын был компактный и, тем не менее, тоже славный город. И люди его были большими тружениками и, можно сказать, подвижниками. Блюли православную веру. И для того, чтобы искоренить православную веру большевикам, очень много пришлось бедненьким потрудиться. Но они не преуспели. Они сгинули, а мы с вами живем и жить будем во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Герман, я очень благодарю вас за возможность. Сегодня и вчера мы совершали сегодняшний день. За ваше приглашение и вот такую возможность вы даете просто уже здесь, и быть здесь, встретиться с людьми опять, со своими старыми знакомыми всеми, да, с кем этот приход и начинался, и продолжался, и продолжается сейчас. Как вы правильно сказали, это было больше 20 лет назад уже, когда вот на этом месте, где стоит вот крест, освящался храм, и вы тогда, владыка, вот, это место под храм освящали, а я стоял тогда с жезлом, с таким жезлом, как сейчас здесь стою, но только был... С моим жезлом, да. Он стоял. Да. Теперь с своим собственным. Тогда был студентом училища, да, и я тогда и не мог подумать, что моя жизнь именно сольется именно с этим местом, с этим приходом, с этим храмом, и
не мог даже предположить, что здесь будет такой замечательный большой храм. С помощью добрых людей сейчас уже строится, построен, заложен. И мы уже как само собой разумеющееся принимаем то, что мы совершаем здесь богослужение. Как, и от этого, конечно, сердце наполняется большой и незреченной радостью. Я вас всех благодарю, братья и сестры. Спасибо певцам и певицам. И регенту главное, что. Молодцы вы, ребята. Спасибо. Господь с вами.
Господи, как хорошо делать вас. Благодать, вот это покрасить. Если не прощаемся, созвонимся.